Гость калужан Андриан Николаев, один из героев, покоривших заоблачную высь. Но ведь и его подвиг, если подумать, начинался в дни, когда совершалась революция. Все было в том прошлом. Забота о хлебе для голодающей республики и мечта о полете в небо, создание красной авиации и свято хранимые чертежи Кибальчича. А теперь мы строим межпланетные корабли и слушаем позывные Советской космической станции на Венере. Так живем, работаем, мечтаем, смотрим в былое и думаем о будущем.